Тут кто-нибудь есть? Что-то упало. Скорее всего, это бутылка. Кто здесь? Сейчас, во время монтажа, когда я пересматривал отснятый материал, прослушивал запись с диктофона, мне казалось, что оно меня понимает. То есть, когда я говорил «подай мне знак», спустя некоторое время оно подавало мне знак. Открывалась дверца шкафа, падала бутылка, по диктофону оно повторяло слово «знак». Я подумал, что оно меня полностью понимает, но потом, когда я сказал «кто здесь?», оно также начало повторять мои слова. Я в растерянности, не знаю, что подумать, но это точно не зло, это точно не демон. Мне хотелось бы с ним поговорить, возможно, что-то узнать про загробный мир, но я боюсь, что этот призрак мало что сам понимает, хотя я в этом не уверен.